приветствую всех зрителей канала. Спустя месяц моего отсутствия и отсутствия контента на канале мы с вами снова встретились. На этот раз у меня братский подгон для демонстрации вам. GTA Vice City. Так, вот. Не какая-то игра. На движке GTA 4. Так-то эта игра вышла в начале 21 года, но я все откладывал, пока там проходили Крестный Отец, что-то там еще, Rivals и Hot Pursuit. В общем, дошла очередь и до нее. Сейчас вместе с вами и посмотрим. Я думаю, здесь много всего интересного будет, потому что, ну, вы видите, по крайней мере, для меня это игрушка детства. Так. А в четвертой физика была прикольная. У нас здесь, насколько я понял, открыта не вся карта. Небольшая ее часть, на которой мы можем осуществлять свою деятельность. Пока что разработчики данной модификации обещают нам дальнейшее развитие, открытие других частей локаций и игру по сети. Но пока что ждем. Так, по звуку у нас, кстати, в игре нет сохранений. Ну, что поделать. Так, первым делом я хотел проверить, раз уж мы здесь близко. В Vice City мы могли... Ага, что-то есть. Мы могли заминировать свою машину здесь. Странно, что здесь сейчас этого нет, хотя заставочка вроде срабатывает. Блин. Никто этого не видел. Кстати. Раз уж... Здесь есть лестница. Че, не залезешь? Угу. С помощью клавиши. Опять же, в Vice City был миф о кораблях-призраках, которые появлялись на горизонте. К сожалению, здесь вряд ли мы что-то увидим. Касательно оружия, сами в самом начале видели, где у нас происходит спаун. Оружие у нас... по, если не ошибаюсь, второму чит-коду из GTA 4. Только почему-то здесь нет снайперки. Здесь должна быть еще снайперская винтовка и гранатомет, которых нет. Будем записывать этот ролик методом проб, ошибок и склеек. Так вот, по поводу оружия. Оно у нас не все здесь представлено из доступного по читу в четвертой части. Читы на Vice City у нас тут не работают, как бы мы ни хотели. По количеству патронов это вот прям точно с четверки. Так, а у нас здесь, кстати, огнемет есть рядом. Здесь прыгать можно? Сразу отмечаем себе места, где можно повоевать с той же полицией. Благодаря вот этим лесенкам. Но, блин, здесь есть вертолет. Кстати, надо на военную базу скататься, посмотреть, что там. Так, а можно нам... Сколько времени, кстати? Бла-бла-бла. 22.53. Вроде как это... Типа игровой или нет? Да, это игровое. Так, вот здесь у нас должен был быть огнемет. Почему-то его нет. А гранатомет тоже есть поблизости. Надо глянуть. В GTA 4 было другое такси. Насколько я помню, данное такси у нас представлено в пятой части. Да, блядь. Чем неужели нельзя заехать?
Можно. Я достаточно давно играл в Vice City. Но насколько я помню, здесь у нас был гранатомет. Или не гранатомет, а базука. И бассейн был немножечко мельче. Надо хрен с ним. Как раз-таки по управлению транспортными средствами. Ну, не сказать, что прям идеально для меня, но все же. И по коллизии транспортных средств. GTA 4 у меня является одной из любимых частей. То есть, возможно, что даже самая приоритетная. Занимающая лидирующие позиции. Так, что, сначала прокатимся. Кстати, система рукопашного боя здесь тоже неплоха была. Ну, здесь имеется в виду в четвертой части. Данную модификацию можно поставить либо на оригинальную GTA 4, либо на эпизод From Liberty City. У меня она стоит на втором. Поэтому, скорее всего, боевка здесь как раз-таки в эпизоде. Не подвисай. Так, джипик у нас тут. А что такое? CJ пиздит телевизоры по ночам. Так, машинки пропали. Странно, странно. Не пропали еще? А, в четвертой не было такой машины полицейской. Насколько я помню. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но как раз таки такая полицейка была в Hot Pursuit, одна из первых. Может, вторая или третья. Так, есть у нас машинка для вакханалий. Я в четвертой части помню, часами просто, будучи еще подростком, катался на этом тягаче. Что за хоровод? Просто по трассе или как там, по автостраде. Вот это же вот не из четвертой части такси. Из вертолета. Это машина из четвертой. Там такие были у нас представлены в аэропорту. В аэропорте. Короче. На самолете летать. А, бля. Нет, в четверке у нас не было такой возможности. Здесь тоже нет такой возможности. Блин, на вертолете. На военке у нас есть вертолет или у нас нет вертолета на военке? Сейчас узнаем. Потому что хочется все-таки все это осмотреть, понять, с чем мы имеем дело. И уже потом в дальнейшем. Ух ты, блин. Ух ты, а в Vice City, если не ошибаюсь, не было этой фигни, что можно в воздухе контролировать машину. Так, на чем-нибудь поменять тачку. А здесь у нас Sentinel, или как он там правильно называется, стоит. Со времен Vice City. Тыник. А еще такое? Что такое? Оу-оу-оу. Дрифт корч. Запаскивает, запаскивает, неплохо. А, ну это только на старте, хренся. Так, я думаю, что, как нам обещают разработчики данного шедевра, ну, визуально офигенно же смотрится, шедеврально, все нормально. В общем, есть у нас здесь пару миссий, пока что. И ознакомление с ними и прохождение, соответственно, будем вами смотреть, чуть позже в отдельной серии,
Сегодня я хочу просто самостоятельно, в том числе, изучить эту игру. Ну и с другой стороны, несмотря на то, что у нас достаточно маленькая территория для обзора. Что это за Liberty? Или что? Я думаю, что все-таки будет много возможностей повеселиться, получить удовольствие и прочее, прочее. Потому что, ну, для начала мне самому нужно вспомнить, что где здесь расположено. Во-первых. Во-вторых, посмотреть, что здесь осталось от Vice City оригинальной, и что осталось, точнее, что нам привезла GTA 4. Кстати, не помню, в какой из этих частей была вот эта машина. Потому что в четверке что-то я не припоминаю. То есть что же не так? Так, вот это здесь у нас есть. Не полгода назад, тоже давненько играл в... Ну, что такое? Что такое? В общем, в четверку тоже играл давно, возможно, чего-то не помню. Так, аннигилятор у нас, вертолет есть. Пулеметы и ракеты. Мне показалось, я здесь должен был. Стоять. Как он назывался-то? Ноп. Броневичок Нопа. В четвертой части такой был. Который мы должны были спиздить с вертолета с помощью снайперской винтовки. Если он здесь есть и при этом он рабочий, будет замечательно. Вот этих грузовиков я тоже не помню в четвертой части. Как и вот этих джипов. Там военка-то, по-моему, вообще даже и не было. Там была тюрьма. Ну хрен с ним, как бы не дают ничего интересного. Поехали на джип. Серьезно. У военной техники не должно быть бронестекла случайно. Хотя как бы. Вроде здесь более такой гражданский вариант, не какой-нибудь Ирак, но все же. Так, откуда мы приехали? А, кстати, у нас здесь должен быть пулемет на одной вышке и... И что-то еще. Нет, на следующих вышках. Бронежилет. Сейчас глянем по сбегаем по сходам, точнее. Что там, рекламный Call of Duty? О, San Andreas. Ну-ка, черт, покажи. Да. Гидро Ирина. Пистиоль. А что такое? Так, у нас здесь есть аптечка, которая мне нахрен не нужна. А в Vice City можно было прыгать с высоты, и будет вам все похрену. Там что-то или 3, или 7 единиц здоровья отнимаюсь. А зато если бы мы в четвертой части... В четвертой части спрыгнули, допустим, с такой вот высоты, ничего хорошего из этого не вышло бы. Проверять это я как бы и не хочу. Даже хер его знает, где нас заспавнить и снова заспавнит. И снова ехать, где мой вертолет. Ну, там, конечно, есть один. Снова ехать сюда не очень хочется. Так, снайперка у нас была где-то под мостом. Если память меня не подведет. Так, здесь у нас был пулемет, если не ошибаюсь, на 100 или на 200 патронов. Сейчас у нас здесь АР-ка. Не, поиграем в патриотов.
Броник у нас должен быть в доках один. Как мы не так далеко отъехали, можем еще раз скатиться посмотреть. Вроде как больше ничего интересного здесь нет. Если я не ошибаюсь, Deluxe VCC здесь стояло подобие гидры вместо вертолета. Могу я ошибаться. Непроходимая игрушка. Кто не застал, кто родился позже выхода Vice City и самой известной ее модификации Deluxe. Как раз таки в Deluxe была миссия с водными болидами. Даже не то, что там скоростные лодки какие-то, это прям мощность-мощность. Но ирония была в том, что он не болит, он как-то по-другому называется. Короче, модифицированный он... Спилтест. Он был медленнее оригинала, и, соответственно, миссию не пройти из-за этого не могли. А чё, больше не заедешь? Блин, это же типа внедорожник. Как бы ему было бы насрать. Так, куда мы идем? Мы идем за броником. Кстати, система ухода от погони у нас с четверочки перекочевала. То есть той фигни. Не понял. Мы же другую видео. Ай, блять. А у них сигналка, интересно, есть, как у обычных машин? Что-то этих раскаталось. Раскраска у нас свой Сити. Бело-зеленая. А вот машинка хер его знает откуда. Четверки вроде как не такие были тоже. В четвертой части у нас проблесковые маячки были без вот этой вот серебряной перегородки. Светлая, как мне кажется. Кстати, здесь же у нас еще была эта... Блин, забыл. Перекраска авто. Так осторожно. А, я начал говорить про боевочку и забыл закончить миссию. Вообще работает, нет? Ну, теоретически должно работать. Что они будут перекрашивать-то? Покрасили? Я не помню, какой она была в четвертой части в оригинале. Но зато помню, что в эпизод From Liberty City она была офигенной, если мы играли, как она называлась, Баллада о Тоне. Главный герой Лукус у нас там был бойцом подпольных клубов. Это и леди? Что, блядь? Она такая же, как в... Ага. Это не леди, да? Насколько я помню, Сандрес, она была дрифт-кар. Есть что ты нам скажешь? О, блядь, что у тебя? Ничего от предшественника не осталось. А, кстати, здесь вот у нас должен быть броник. Высить он был в зеленом кружочке. Нахуй. Надеюсь, что
Вот я не помню Сейбор, но Войсити он так не стоял. Давай, блядь. Покажи нам мастер класс. Че, кстати, поеду. Там чувак на русском пиздит. Кстати, есть одна очень интересная настройка в GTA 4. Но так как здесь все... Ух ты, блядь. Все с GTA 4 перекочевало в плане меню. Блядь. О, тут еще двое таких едут. Ну, это стандартная фигня GTA, типа... Блин, она же типа тюнингованная, почему она не валит? Блядь. Ускорение. Что если вы берете какое-то транспортное средство, то оно начинает появляться везде. А, я все-таки немножечко... Так, где-то здесь у нас должно быть окончание этого игрового мира, да? Как оно тут показано. Ага, все понял. Так вот, касательно настроечки интересно. А что, реально... Он там можно приехать, интересно? Бля, скотно. Ну как бы да, блять, понятно, что машина свешивается уже все. Вот это место меня интересует. Не хотелось бы ёбнуться туда. Это же хер его знает, где потом выплывать. Ага. Если я лодку найду. Ну как бы, блин. Я помню, что будучи мелким пейздюком, я знал, где стоят секретные машины этой игры. То есть я прям сидел, искал все это дело по несколько лет. Времена без интернета в каждой квартире. Было бы классно, если бы в эту игру, точнее в эту модификацию, добавили этот прикол, что типа должны стоять скрытые транспортные средства на своих местах. В полицейском участке, насколько я помню, был Ягуар, нет, не Ягуар, как он назывался? Гепард ФБР. В четвертой части это ФБР Буффало. Вот как раз таки здесь должен был стоять. Возможно, в каком-нибудь обновлении или в конечном варианте это добавят, но... Потому что на примере... БМВшечки, которая у аэропорта стоит. Смотрите на... То есть она стояла в Сити, она стояла просто на парковке. То есть это не было какой-то там скрытой транспортной... скрытое транспортное средство. И его перенесли сюда. Блин, ну выглядит, блять, охуенно. Просто охуенно. Блять, пиздят и на русском, и не на русском. Ну как бы совсем другой вид. Так, ладненько, со скрытым транспортом пока что все понятно. Но у нас как бы и места особо нет здесь. Был еще один... О, кстати, вот у нас лодка, да? Но она здесь и в оригинальном, естественно. Без снайперской винтовки мы не можем посмотреть, стоит ли у нас там яхта полковника Кортеса или как там его звали. Касательно настройки, да, я хотел показать. Возможно, кто-то и не сталкивался с этим даже. Количество транспорта. То есть, если мы хотим пробки, ставим на соточку эту настроечку. А если хотим получать удовольствие от игры в городе, где нет машин, соответственно... Там, по-моему, нельзя до конца убрать. Можно там прям чуть-чуть совсем. Давайте попробуем, не знаю. Сколько?
3 пускай будет. Потом, правда, заебешься искать их. Так, применить, да. Сейчас они у нас пропасть должны. С этим мы сейчас попрощаемся, соответственно, и вот что-то подобное будем наблюдать. Мне это нравилось четверки, потому что типа, ну, надоело тебе кататься с пробками. Все, убрал трафик. Захотел остроты, как об этом я как раз таки говорил в Burnout Paradise в карьере мотоциклиста. Че, не откроюсь? Здесь у нас тоже там оружие должно какое-то находиться, какой-то ПП. Здесь у нас стоял пони, и насколько я помню, за ним валялось оружие. Или нет? Ага. Ага. Ну, только что оставлю это свое. А в Вайсити такого. Блин, ну как здесь вообще дохрена транспорта, я так смотрю, которого в Вайсити не было. Провисаем, провисаем. Звуки с четвертой части тоже. Как это ни странно, блядь. Блин, но... В общем-то все офигенно. Как мне кажется, ёбаный. Так можно было? А вот это вот из четвертой раскраска такси. Значит, машину с мной не помню точно. А мы же можем покрасить эту машинку. Чё он теряет? А чё у меня по земле? Ух ты. А, у меня было 75 тысяч. Нифига. Шёл нахуй. Так, мы здесь уже были. Вот этот переход интересного есть на этой игре? Наверное, все-таки нет, но смотрится уже более прикольно. Так, здесь у нас стояли бараки гражданские. Гражданский вариант там с ящиками, с каким-то еще что-то. Сейчас здесь стоит грузовичок из второго терминатора. Справа у нас стоял Пакер. Блин, ну все же посмотреть на что-либо в этой игре. Ух ты ж, блядь. Есть возможность. Пакера у нас здесь нет. Зато. Зато все-таки, походу, можно использовать вот этот вот переходик. Но было бы неплохо, если бы у меня еще и мотоцикл был при этом. Да ладно, серьезно. Ебать. Здесь же можно опять-таки устраивать перестрелки. Че? Вот тот фургон стоял? Вроде нет, когда мы приезжали туда. Очень странно происходит спаун. И пропажа транспортных средств в этой игре. Что такое? Хулиганье. Так, и мы еще можем пойти дальше, да, куда-то? Блин, ну не хотелось бы отбегаться от своей машины, но я... Нет, не пропало. Хотел сказать, сомневаюсь, что она здесь есть. Что? А как оно там разбито? Чему? Может быть того? В четверке, во втором. Блять, на военном джипе у нас не бронестекло, а в какой-то. В каком-то переходе надземном. Знатоки оружейной темы. Какого класса бронестекло установлено? Блять, я... К
На какой хуй она здесь надо? Ну, беги, Форест. Идет, нет? Да, брат. А. Да не стрельбы не очень. Больно. Столько. Пока мы стреляли, пока мы там бежали, все было нормально. А, слышь, прыгай давай. И сразу же машинка. А машин-то у нас в городе нет. Покажи нам мастер-класс. Бля, окружает. Куда он там выехал, блядь? Аккуратненько вот так. Во-во. Токийский дрифт. Сука. Ну тупый, что ли? А тот куда поехал? Какие-то странные менты. Да, блин. Они тут берут просто чисто с внезапным близким спауном, хотя они ни хера. А, или они не видели, на чем я уехал. В четверке еще как-то можно было прятаться под руль. То есть, если мы видим полицейского, меняем машину, прячемся под руль, соответственно, у нас не пали. Кстати, давайте-ка... Часточка стоит. Оп, ебать. Штопор. Как в том же Burnout Paradise, который у нас все начиналось на канале. Так, с одной стороны здесь стоит Supra. Jester с Сандерс. Только как-то она... Как будто монолитный кузов. Где вот? Где это, блядь? Еле заметная полоска. Почему она не праворульная? Не, ну вообще-то тоже не праворульная, блядь. А значок на руле что отличается? Серьезно? Прикольно. Но я хочу или это вот Хантли. Или это не Хантли. Сигналочки нету. Хантли спорт, отлично. А, нет. В четверке, если не ошибаюсь, Хантли спорт был с полоской по борту. Красный или там еще какой-то зеленый, по-моему. В зависимости от цвета. Или мне кажется. Ну, те, кто понимает, о чем я говорю, если что, меня могут исправить в комментариях. Точно так же, как и... А, здесь можно пройти. Как и написать свои размышления и интересности из этой игры. Это чё? Что, блядь, DeLorean? Как это? GVC? Топ, блядь, не перевернулся. Блин, заманчиво, конечно. Но я хочу пока что на дюбе покататься. А, я хотел в автосалон глянуть напоследок. На сегодня. Я думаю, что в ближайшее время поснимаю эту игру. Потому что самому интересно. А чё за чёрное знание? Vice Today. Это дрифт? Ну это, блядь, это система не то чтобы дрифта, это система GTA 4, блядь. Все машины затаскивали. Особенно Дюк, по-моему. Не знаю, неплохо на нем было кататься. Сесть уход бьются, а... Ага, мотоцикл привезли. Ага. Войсить, по-моему, он тоже разделялся. Все машины пропали, кроме... Ничего. Так, по Войсити я помню эту ебаторию, когда мы должны были там какие-то... О, красавчик. Очень красный.
интересно стояло. Когда мы должны были, ну, после покупки этого салона возить сюда тачки. Оп-оп-оп. Так, насколько я помню, здесь можно тюнинговать транспорт. Теперь. В Vice City такого не было, в четверке такого не было. Сейчас можно. Но для этого нужно купить автосалон. И проходить гонки можно будет, да? Отлично. Но, блядь, сохранений нет. То есть, как бы, даже если я начну собирать эти списки, то я не знаю, там, блядь, сколько потрачу времени. Тачку мою спиздили. Так, я когда сюда заезжал, я видел там что-то интересное на горизонте. Что-то красненькое. Так, стройка. Кстати, давайте-ка... Так вот, на прощание спрыгнем оттуда. Ну и, соответственно, потом будем уже смотреть, пробовать остальное. Я вот не помню, было ли в GTA San Andreas... Ух ты. Бля, мотоцикл-то под стать. Нихуахуа. В общем, в четвертой GTA и, возможно, в пятой GTA тоже не помню. Да? Но в четверке точно, когда садишься на мотоцикл, гонщик надевал этот, точнее, ваш... А, все. Все вопросы отпали. В Сити такого не было. Слыхаю, достал откуда-то. Давай, тяни. А в Vice City этот мотоцикл был резвый. Не совсем физически реалистичный, но резвый. Здесь он как-то... Блин, не хотелось бы его терять, потому что как раз-таки с Vice City началась бордюрная тема. Что если мы на мотоцикле заезжаем на бордюр, мы можем на заднем колесе. Мы можем достаточно высоко залететь. Оп-оп-оп-оп-оп, ебать, только не упади. Блять, ты чё? Блять, смертник. Да ладно, ты шо убираешь? О. А как он? Чё это? А здесь что-то есть? О, чувствочка. Да и хуй на тебя, блядь. Хуй. Так, можно было? О, кстати, не помню, была ли эта машина в... Почему сигналки нет машины? В четверке была ли эта машина или нет? В Vice City, я помню, Манана была молотого, да? А чё гранат-то нету? Вот такая маленькая-маленькая машинка. Это что такое? Ты, блядь, больше похоже не на коктейль молотого, а на этот... монтажную пену. Из баллончика для пневматики. Блин, хуй его знает, гомонков бы завалил. Через сколько ты набрал? 25 было, 25 стало. Ну, ладно, не буду томить ожидания мне. Пока что мы с вами попрощаемся на этом. Ну, придумаем, что делать в следующей серии. Посмотрим. Может, что-нибудь интересное откопаем. Может, попробуем вместе попроходить. Харлей, блядь. Кстати, вот и дюк у нас стоит. И фургончик на каких-то, блядь, маленьких колесах. В общем, на этом моменте мы с вами прощаемся.